пришел в газету я. Была любовь, была семья, священный трепет и святые перспективы. Я ездил в дальние края, когда вы были там, где я, и все из вас по возвращению были живы. Когда пришел в газету я, она была моя, твоя, роднее, чем первая семья и чем вторая. И говорил я, не тая, мой репортаж, моя статья, мол, прочитай, я тут почти не привираю. Когда пришел в газету я, какие, какие люди были там, а секретарши трудолюбивее мура я. Все дни работал с ними я, работая, пока они не стали старше. Когда... Даже гитара не выпустил. Когда пришел в газету я, не говорил, советуя, член редколлегии, редактор по отделу. Он говорил, статья твоя хоть не изменит ничего, но в перспективе ты помог святому делу. Когда пришел в газету я, и вот минуло 10 лет, газета есть, а счастья нет, и в свой отдельный кабинет шагаешь хмуро, все разговоры тет-а-тет, а коллективок сгинул след, коли не покажет фильм отдел литературы. И вот когда сидишь в кино, и все вокруг темным-темно, вдруг понимаешь, что давно ты влип во что-то, что ни семьи и ни любви, лишь руки в краске, как в крови, да на ротации оно твоя работа. И ни семьи, и ни любви, лишь руки в краске, как в крови, да на ротации оно твоя работа. Что нам уже пора же сделать этот самый антракт, объявляется перерыв.